Во, как видите, Стик со мной. Он постоянно бегает со мной, возле ног, спит со мной, ходит со мной. Да, Стик? Идем покажем. Пошли. Так, ребята, показываю, что я на завтра купил для своих подписчиков. Крутые сладости, польские, оригинальные сладости. Так что приходите, жду всех. Я вам буду задавать вопросы по поводу моих видео, вы будете отвечать по сюжету, я буду вам за это сладости давать. Ребята, мы со Стиком приглашаем вас всех завтра на сходку подписчиков в честь того, что у меня 100 тысяч подписчиков на Злату Плазу, центр города Ровно, в 15:00. Жду всех. Стик не придет, потому что он будет дома. Но приглашаем вместе. Мало просмотров, 41 тысяча. В видео разыграю свою новую камеру. Я думаю, не все посмотрели видео. Это о том, как я приглашаю вас на сходку подписчиков. Поэтому давайте включим его еще раз, посмотрим. Привет всем, приглашаю всех на... Громче. Как это слово? Как это мероприятие, я забыл сейчас. Сходка подписчиков. Привет всем, извиняюсь за фунтуху, ее не будет, потому что уважительная причина, поломал ребро. Но она по-любому будет, когда я заживу. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех мальчишек и девчонок на офигительную сходку на 100 тысяч... Стик, что ты воешь там? Зачем ты кричишь? Зачем? Не даешь мне видео снять? Зачем? Зачем? Пищик, к Мишане. Пацаны, это состоится по-любому 11 числа на 3 часа возле самого главного входа. Возле входа всех жду. Златы Плазы. Возле входа Златы Плазы. Всех жду, всех люблю, вы все крутые, я всех жду. Все. Ну, в общем, вы слышались. Жду вас всех завтра в 15:00, Злата Плаза, город Ровно. Я купил вам сладости, так что приходите.